Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня снова все на проекте Imagine Holy Play. Наконец-то вышло новое обновление, летнее. Оно довольно-таки хорошее, но сомнений я расскажу в конце видео. В этом видосе я хочу просто поставить тонировочку, посмотреть, сколько это будет стоить, как это будет смотреться. Понятное дело, то, что обнова вышла уже несколько дней назад. То есть я не первый, кто об этом снимет видео. То есть подробный обзор обновления я снимать не буду, потому что вы давно сами уже все посмотрели. Ставим лайки, подписываемся обязательно на канал. Давайте постараемся на этом ролике брать 200 лайков. Я вам буду очень сильно благодарен. И, конечно же, не забывайте вводить по промокод, пишите MM, 7-й пункт промокод, указать друга ютубера и вводите промокод Кирилл Гейм Капсом. За этот промокод вы получите 450 тысяч, поэтому вводите, вам этих денег хватит, чтобы купить себе квартиру, машину и одежду. Поэтому берите, вводите, получайте бабки и просто развлекайтесь, развивайтесь на проекте Amazon Holy Play. Тонировочку я решил ставить на вот эту легендарную просто автомобиль, просто любимица, просто моя самая лучшая машина, моя любимая, просто это Мурка, Мур семерки, как бы все теперь красиво так выглядит, новые номера, новые рамки, тачка немножко поменялась по управлению, по скорости, все еще у меня стоит пятый чип, пятым чипом она ехала 350, сейчас она едет 338, также добавили звуки машины, я думаю, вы это в принципе все знаете, сейчас сразу поедем, я думаю, в СТО, сразу поедем в СТО, посмотрим, какие там цены просто. Я буквально недавно приехал домой, как бы решил записать видосик. Так, пацанчик заезжает в СТО, и, в принципе, нам тоже сюда нужно, как бы, заехать. Потому что изначально тонировку нужно ставить именно здесь, а потом уже ехать, как бы, в Эдкарино и ставить тупо в хлам тонировку. Так, тюнинг, тонировка. Так, а где тонировка, не понял. Так, клиренс, развал. Вот, тонировка дополнительная. Типа, есть 3 месяца, есть 9 месяцев. Ну, допустим, 3 месяца. Какая будет разница? Вот, 50 я хочу поставить. Ну, типа, допустим, я выбрал. Это будет стоить 60 тысяч всего лишь на 3 месяца. Так, вот, допустим, 9 месяцев хочу выбрать тонировку 50%. 179 тысяч, да? Ну, давайте, ебать. Походу, скидочек стоит, ебать. Бля, на самом деле, как-то очень дешево. То есть, я смотрел видосы других ютуберов, то у них тонировка была намного просто дороже. Но, в целом, пацаны, я был на ЗБТ, как бы, но я видос не записывал. То есть я мог бы на ЗПТ записать видос и выложить его как бы заранее, как делали это другие ютуберы, но я как бы не записывал, почему-то на тот момент мне показалась обнова не очень интересная, я не знаю почему, но когда я зашел, то есть очень много всего, чего я не видел на ЗБТ, то есть реально обнова получилась очень классная, очень сочная, красивая, очень много изменений, вложений, то есть ну реально по кайфу обнова. Я поиграл всего лишь часик, я покатался, посмотрел, поизучал, и мне реально просто все понравилось, то есть не к чему доебаться, реально. То есть, когда я был на ЗБТ, как бы, ну, я посмотрел там новый маппинг, да, типа, классно, все хорошо, но вау-эффекта не было. Но когда я уже зашел, вот сегодня, я такой смотрю, типа, нихуя себе, ебать. Пацаны реально годно очень сделали, реально по кайфу, то есть, мне, в принципе, ай, бля, все понравилось. Так, сейчас тонировочку быстренько в хлам сделаем. Я, конечно, играю без рафики, пацаны, потому что я же там в лаунчере там запутался, не разобрался. Вот это уже, блядь, дороже, конечно, такая. Лям 200, ебать, иди сюда, нахуй. На этой части стекла нет тонировки. Не понял, ебать. Типа, я тонировку не поставил, чего? А чё 15%? Чё не в пятак можно въебать? Чё за прикол? Я думал, пятак можно въебать сразу, типа, все, чтоб в хламину все было, ебать, чтобы меня никто не видел, ебать, не знал. Ну, сейчас попробуем, как бы, ну, может, я немножко проебался, не поставил тонировку все-таки спереди. В целом тонировка как бы недорогая, то есть она мне обойдется где-то, ну, в 3 миллиона где-то тонировка обойдется, то есть это не особо дорого, как бы. Хотя, если в реальной жизни так подумать, тонировка 3 ляма, это, конечно, дохуя, но, пацаны, у нас не реальная жизнь, у нас игра, поэтому, в принципе, это нормально, то, что не у всех будет тонировка, и не каждый сможет себе ее позволить, как бы, 3 миллиона, как бы, это такая приличная сумма, по сути. За 3 ляма можно купить неплохую машину. Так, быстренько залетаем бочком, такой визг. И резина, ебать, дымится, заебись. Так, залетаем. Да в смысле, блядь, нету. Блядь, надеюсь, в этот раз все получится, потому что я сейчас охуею просто. Блядь, неужели я 2 раза затонировался? Да не, вроде темнее стало, блядь, спереди. Ну, сзади все равно, по-моему, темнее как-то, может, мне кажется. Ну, вроде тонировочка стоит, ебать, все чики-пики, ебать. Все должно быть заебись. Но, по-моему, я немножко лоханулся и поставил тонировку 2 раза. Наконец-то добавили новый интерьер. Бля, я просто так хотел этого. Просто, блядь. Я больше всего ждал именно, чтобы добавили новый интерьер. Его мало того, что добавили, он еще и пиздатый просто. Огромный, великолепный, сексуальный, блядь. Интерьер просто в
невъебенный, прям охуительный, не въебаться просто. Но я бы хотел, знаете, чтобы его сделали за ваучеры, чтобы не у каждой семьи был такой интерьер. Вот, я бы хотел, чтобы они сделали так, но, в принципе, сделали, как сделали, потому что, ну, было бы заебись, мне кажется, если бы интерьер бы сделали за ваучеры, типа, ну, чтобы фамы выделялись, либо сделали бы несколько интерьеров за ваучеры, типа, допустим, там какой-то такой простенький интерьер, там, 1000 ваучеров, средненький интерьер, там, 2000 ваучеров, а вот такой самый не въебаться интерьер, 3000 ваучеров. А вот еще, по-моему, выход в гараж. Гараж тоже поменяли. Так, вот гараж, пацаны, блядь, тоже гараж пиздатый нахуй просто. У нас тут роусы стоят, номера тоже поменяли. Вот такие вот номера. Хотя, знаете что? А, это ж покраска теперь рамок, типа, да? Не, ну, типа, смотрится все пиздато, пацаны. Смотрится все пиздато. И, кстати, еще добавили возможность менять ваучеры на бабки. Наконец-то это сделали. Я сейчас вам это продемонстрирую. Теперь один ваучер это 7000 рублей. Раньше было 10 тысяч рублей, я, по-моему, писала. Но, в принципе, можем сделать вот так вот. 100 ваучеров это 700 тысяч. Как бы это не особо, конечно, выгодно, но, в принципе, хорошо, что это добавили. У нас возле особняка есть личное место, где пацаны могут рыбачить. Вот, понимаете, вот. Пацанчики просто сидят, ебать, и рыбачат. Просто с Фомы, понимаете, ну. Им не нужно ехать ни на причал, никуда. Они просто сидят, ебать, рыбачат и могут здесь, ебать, зарабатывать бабосики. Поэтому, пацаны, милости прошу к нам в семью, как бы. Будет все пиздато, все охуенно. Поэтому я вам всем рекомендую просто вступать в нашу семью. И вы сможете спокойно сидеть, ебать, рыбачить, нахуй, зарабатывать бабосики. Ну что ж, пацаны, как я говорил изначально, когда я был на ЗБТ, мне обнова не особо понравилась, как бы у меня не было какого-то эффекта вау, я видел новый маппинг, новые машины, и все, в принципе, я там поиграл где-то часик, и мне как бы этого хватило. Но когда уже вышла обнова на основные сервера, пацаны, это совсем другое, потому что я многого чего не видел, не замечал. И когда я полностью уже изучил обнову, посмотрел у других ютуберов, полностью все видел, узнал, я реально могу сказать с уверенностью, что обнова получилась очень классная, очень хорошая, очень реально кайфовая, атмосферная. То есть реально, блин, выпустили бы они ее чуть-чуть раньше, хотя бы там в июле, пацаны, было бы реально охуенно, потому что вот именно эта обнова дала очень охуенную атмосферу лета. Прям очень классно, но, в принципе, хорошо, что они выпустили хотя бы ее в августе, как бы. Да и, в принципе, хорошо, что они выпустили обнову, потому что обнова получилась довольно-таки интересная, красивая и полезная. Поэтому, пацаны, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте, конечно же, вводить по промокод. Вся информация есть в описании под видео.